И помимо православия в регионе представлены еще 15 религиозных конфессий, а также более 100 национальностей. Курская область всегда была поликультурной и гостеприимной. Самая многочисленная и активная диаспора на территории региона – армянская. На ее счету немало благотворительных, культурных и общественных проектов. В школе номер 19 состоялось открытие клуба русско-армянской дружбы «Аревик». Аревик значит «солнышко» – символ тепла, мира, национального единения. Клуб не случайно открыли именно в 19-й школе. Здесь учатся порядка 20 армян. Все ребята знают – мы разные, но мы вместе. Аревик поможет понять друг друга еще лучше. Дети будут изучать культуру русского, Курского края, культуру Армении, в частности, города Гюмри, потом историю, праздники, национальную кухню. Клуб «Аревик» – не единственный символ многовековых отношений наших народов. Частичка Армении есть в Курске. Это открывшийся в августе сквер дружбы. И обратная связь – площадь Курска в солнечном Гюмри. Чем больше дети между собой будут узнавать культуру и традиции народов, проживающих здесь, на нашей территории, тем меньше будет недоверия и тем больше будет взаимопонимания, а значит, меньше конфликтов.